Сотни тысяч гривен, более тонны поддельного алкоголя и тысячи пачек сигарет. Крупную партию контрафактных товаров межведомственная группа обнаружила в Измаиле, в одном из прилегающих сел. В магазине и складских помещениях, а также в трех грузовиках оперативники нашли 250 литров спирта, 200 литров коньяка и около 800 литров ликероводочных изделий. Также более 2000 пачек сигарет и свыше 200 тысяч гривен. Изъяли всю нелегальную продукцию вместе с наличными и транспортными средствами. Сейчас ведутся следственные действия.